Всем привет! И сегодня мы с сыночком хотим поделиться с вами своим мнением о нашем стульчике для кормления, который называется Чико Поли. У нас он расцветки Мун, то есть космическая тема у него, да? Стульчик любимый. Данный стульчик рассчитан для малышей от 5 месяцев до 3 лет. В сиденье есть вкладочка для самых маленьких и пятиточечные ремни безопасности. Сиденье у этого стульчика от Чико может регулироваться в трех положениях. Положение сидя, положение полулежа и положение лежа, что очень актуально для малышей, которые еще не умеют сидеть. Регулируется сидение с помощью очень простого механизма сзади, нужно всего лишь нажать на кнопочку. Также у данного стульчика для кормления есть возможность регулировки по высоте на 6 положений, что делает возможным поставить его к любому взрослому столу. Столик также очень удобный, и сверху столика крепится поднос. Поднос крепко закреплен, и малыш его сам не сможет снять. Когда малыш покушал, можно снять поднос и отнести его помыться, а ребеночек может продолжать играть. Сам столик по глубине регулируется в 5 положениях и очень легко снимается. Когда снимается столик, можно стул придвинуть к общему столу. Также у столика есть перегородка, которая защищает малыша от выскальзывания стульчика, если вы вдруг забыли его пристегнуть. Столик также просто регулируется до щелчка. Внизу у стульчика есть удобная подножка, которая также регулируется по высоте. Данными переключателями стульчик регулируется по высоте. У стульчика устойчивые опоры, на каждой из которых есть по колесику, и каждое колесико блокируется. Он очень легко передвигается одной рукой по любой поверхности. Вес данного стульчика 10 кг, и он достаточно компактно выглядит в сложенном виде, что делает его удобным для хранения. Я очень довольна нашим приобретением. Мы им пользуемся с 5 месяцев. И у этого стульчика очень приятная цена и достойное качество. От себя я вам могу его рекомендовать. Также у него есть разные расцветки и для мальчиков, и для девочек, и унисекс, например, рыженький с лисенком. Вы можете использовать это для первого ребеночка, а потом по наследству передать следующему. Стульчик этот мы очень любим, и вы можете видеть его часто в наших влогах. И я уверена, что мы им пользоваться будем долго и с удовольствием. Я надеюсь, обзор вам был интересным и полезным. Расскажите, пожалуйста, про ваши стульчики. Или если у вас есть такой же, расскажите, пожалуйста, нравится он вам или нет. Мне будет очень интересно почитать. И спасибо большое за просмотр, и до новых встреч. Пока-пока.